Советских войск из Афганистана. Репортаж наших корреспондентов из приграничного города Термеза. Чернеющий гор, сквозь холодный туман по конвою, вверх уходят надрыв на селы и затвор, автомата готового к бою, не отстать от своих, здесь Аллах и Христос, среди скал может скрыта засада. Помолись на мотор, вера, личный вопрос. Мы привычны к боям, если надо. Афганистан, письма редко отсюда приходят домой. Афганистан, не от нам, от России зальется слезой. Не напрасно мы ждали, все как будто в кино. Тени встретились за поворотом. Запылал перевал, разлетелось стекло, и машина мне стала отхода. Затянулась петля, жизнь за жизнь, не обмен. Бой, кровавая грязь на дороге. Стал решающий час, кто живет, а кто нет. И Радис передал о подмоге. Афганистан, письма редко отсюда приходят домой. Афганистан, не от нам, от России зальется слезой. Жив и путь предстоит дальше с чуждой земли, не списать безрассудных потерях. Громко сердце стучит, хоть вертушки пришли, мой дружок здесь горел в БТРе. Лучших брала война на смертельную роль, а друзей жизнь взаймы мы их помним. Потому ордена и медали за кровь, наше братство повязано кровью. Афганистан, письма редко отсюда приходят домой. Афганистан, не от нам, от России зальется слезой. Афганистан, письма редко отсюда приходят домой. Афганистан, не от нам, от России зальется слезой.